новостей. И сегодня я бы хотела сказать то, что я открываю новую рубрику «Правда или действие», и я ее буду снимать еще со стоячкой, которую я сделала сама, но так как она получилась очень хорошо, это парень, он будет сниматься в этой рубрике. И пишите внизу в комментариях, какие задания, кому вы даете. То есть, будет ленивец, стоячка, потом сахарок, сойер, черри и убийца. Ну, обезьянка, который. И если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем до встречи. Бай-бай.